Число заболевших коронавирусом за сутки еще увеличилось. На данный момент диагноз подтвержден у 102 жителей Хакасии. Все три новых случая относятся к Белому Яру, два контакта и один завезенный из Москвы. Кстати, Алтайский район. Сегодня в лидерах там заболели 42 человека. Почти столько же 40 в Абакане. Далее идет Саиногорск с 9 больными. В Усть-Абаканском районе 7, в Абазе 2. В Черногорске и Аскисском районе по одному заболевшему.